Москве скрипнула дверь. Все мне ясно стало теперь. Столько лет... Премьера Нового года. С нетерпением ожидаю песню, название пока не прочитаю, которая согреет мою душу и тело. Очень иметь три жены, но очень плохо. Ты решил сжечь все мосты, да? Ну, а что делать? У тебя есть варианты? Да. Например, признаться во всем шефу. А еще варианты есть? Нет. С Линой Высью, парафраз, залетевший отсюда. Будь что будет, это уже совершенно другая история. С Новым годом! С новым счастьем, вот. Премьера Нового года 1 января на ТВ Русь.